Педаль в пол! Наш Бьюик летит по шоссе, по дрожащей земле! Надеюсь, взлетную полосу еще не разбомбили! Главное, чтоб самолеты остались! Прямо над нашими взъерошенными башками на бреющем проносится японский Zero! Только что было воскресенье, 7 декабря 41-го, а теперь хрен знает что! Джорджи, пригнись! Они лупят по нам! Это остров Оаху, Гавайи. Мне 23. Мы с Кеном летчики, 47-й истребительной эскадрильи. Всю ночь танцевали и резались в покер. А утром нас взяли врасплох, как сонных теплых щенков. А теперь вот от адреналина задыхаемся, рвемся к своим самолетам. Истребитель Zero в 4 раза быстрее автомобиля Buick Sport Phaeton. Но мы все равно должны быть первыми. От винта! Успели сквозь огненный ад, дым и бетонную пыль прорвались к нашим Кёртис П-40-ым. Чудом каким-то они уцелели, и мы взлетели под огнем. Между горящих машин поперек раздолбанной полосы. Ну что ж, теперь посмотрим, кто тут будет первым. Пёрл-Харбор. Великая американская трагедия. В тот день почти все наши самолеты сгорели на земле. В воздух поднялись всего 17. Мы с Кеном были среди них. А после были чуть-чуть быстрее на виражах. И заходили им в хвост чуть раньше, чем они нам. Нет, ну, конечно, нам не удалось переломить ход этой бойни. Но мы выжили. Может быть, кого-то еще из наших спасли. В тот день я лично сбил 4 вражеских машины. Благодаря тому, что оказался чуть быстрее, чем мои японские коллеги. Всего же за войну имею 16 подтвержденных побед. А в 44-м схватил малярию, и из ВВС пришлось уйти. Но в небе удержался. Стал испытателем. А 1 октября 48-го испытывал X-86 «Сейбр». Первый американский реактивный истребитель. Программу выполнил, стал заходить на посадку, а носовая стойка шасси вышла не полностью. Я тогда снова набрал высоту, стал пикировать, чтобы перегрузкой стойку поставить на место. 40 минут мучился. Кстати, заметил, что в ответственном пике стрелка указателя скорости начинала плясать, когда подбиралась к делению в один мах, то есть к скорости звука. А ручка управления тряслась, как отбойный молоток. И вдруг так тряхнуло, что Перл-Харбор вспомнился. Машину я все-таки посадил с задранным носом. От толчка при касании полосы нога шасси встала как надо, и все были счастливы. Но вышло так, что я в том пике, первым в мире, преодолел скорость звука. Хотя официально первым человеком, прорвавшимся сквозь звуковой барьер, считается Чак Йегер. Он сделал это на ракетоплане X-1, на 2 недели позже меня. Да, понимаю, на борту X-1 был специальный регистратор скорости, рекорд был также подтвержден приборами с Земли, к тому же Чак был военный летчик, а я уже нет. Ну да, и пробил я тот барьер почти случайно, спасая машину и себя заодно, но... На Земле ведь ясно слышали тот бубум. Характерный звук сверхзвуковой ударной волны. Что ж, выходит, я снова первый. Джордж Уэлш, американский летчик, первым в мире преодолел звуковой барьер.